писали жарко, будто растопили печь. От подобных игр голова слетает с плеч. Вот это матч, эмоции too much. Борьба за каждый мяч и множество бананов, танков, передач. Воу! Блокшот черногорца, танк белоруса, проход coast to coast американца. Все это и многое другое в новом выпуске самых горячих моментов бивин чемпионата России мужской суперлиги 1. Это Warface Top Guns, полетели! 10 место! С таким напарником, как Антон Глазунов, без места в топе не останешься. Прыг-смык на 10-ю строчку. Игорь Смыгин получает пас на входе в цвет и одной рукой кладет мяч в корзину. 9-е место. Здесь есть и скорость, и дриблинг, и передача. В общем, это настоящий экшен. В главных ролях игроки Темсум с УГМК, Виктор Заряшко и Денис Левшин. Для полной эпичности не хватает только взрыва на заднем плане. 8-е место. Ночь, улица, фонарь, аптека. Так начинается стихотворение, которое написал Александр Блок, один из любимых поэтов Алина Хаджибековича из Руны. 7-е место. Если бы за попадание в топ команде добавляли очки рейтинга, то уфимец находился бы вверху турнирной таблицы. Егор Бестужев замечает Михаила Каутина, делает навес, и тот завершает атаку данком. 6-е место. Вне всяких сомнений, этот парень является одним из главных претендентов на титул самого зрелищного игрока сезона. Александр Шашков из ЦСКА 2 делает разворот и мощно вколачивает сверху двумя руками. 5-е место. Восток-65 умеет радовать своих фанатов. У них в запасе всегда есть парочка хайлайтов. Александр Гаврилов передачей с отскоком от пола выводит Александра Семенюка один на один с кольцом, и тот вонзает мяч сверху. 4-е место. Глядя на результаты игры в этом сезоне, может возникнуть ощущение, что посещение матчей с их участием – это скучное занятие. Но это совсем не так. В качестве подтверждения ловите момент в исполнении Сергея Чернова и Артема Писарчука. 3-е место. Молодежь Уралмаша залетает в топ, причем в буквальном смысле слова. Бэм! У Александра Щербенева и Дмитрия Халдеева прекрасное взаимопонимание. Вы только посмотрите, в какой восторг привел этот алюб с камейку оранжево-черно-зеленых. 2-е место. Американский легионер Руны Эрисон Спрюил отжимает мяч у самарского плеймейкера, пересекает площадку от края до края и взлетает с усов в стиле его воздушества Майкла. Вау! Ну и, наконец, 1-е место. Закрывает наш топ Андрей Кирдячкин из Темсум с УГМК, который делает примерно все то же самое, что и летающий викинг на 2-й строчке, только в завершении колочит сопротивлением. Ревдинский АК-47 становится главным героем очередной недели Бивин чемпионата России мужской суперлиги 1. На этом все. Это был 15-й выпуск Warface Top Guns на RussianBasket.ru. Люби эту игру!